Я хотел оставить эту собаку, но я потом вспомнил, то, что у меня аллергия на собак, и я, короче, просто сажал ее, потому что я люблю корейскую кухню. И мне было очень грустно, так и как и Жан-Пьеру, и Микаэле, и еще кому-то там-то там, блядь. И мы что-то там сделали, и поехали, короче, в Израиль, потому что Жан-Пьер так хотел. Он просто охуел, когда приехал туда. Это охуенное место, блядь. Я охуел. Я охуел, когда приехал туда. Это было так волшебно, когда я приехал туда. Это самое классное, великолепное место в земле, блядь, на земле. И я тогда посетил все, что хотел. И я всегда хотел увидеть настоящих евреев, и я их увидел. Ну, не считая себя в зеркале, жопу свою. И что-то там-то там, блядь. Я очень сильно радовался, когда я туда приехал, блядь, 5% ебать, сука.